По инициативе благотворительного фонда помощи детям «Край добра» с 15 декабря на территории Краснодарского края проводилась благотворительная акция «Елка желаний». Благодаря участию в ней юные славянцы, нуждающиеся в особой заботе, получат долгожданные подарки к Новому году. Новогодние желания, написанные на снегирьках волшебной елки, одними из первых исполнились у маленьких Насти и Ярика. Представители Славянского комплексного центра социального обслуживания населения выступили в роли Деда Мороза и вручили малышам столь долгожданные подарки. Настенька, тебе Снегурочка передала очень красивого зайчика. Ярика, тебе робота. Красивый. Еще смотри, сундучок со сладкими конфетами. Получив подарки, малыши сразу же принялись их рассматривать. От большого робота и зайчонка дети просто не могли оторвать восхищенных глаз. Подарки с елки желаний обязательно найдут своих адресатов. И все дети, чьи желания были размещены на волшебной елочке, обязательно к Новому году их получат.